Надгробный покров – это большой прямоугольный плат, возлагаемый на гробницу с мощами святого, в данном случае Прокопия Праведного, небесного покровителя Великого Устюга. На покрове он изображен полный рост. Одежды Прокопия Праведного вышиты золотыми и серебряными нитями, лик – черным и коричневым шелком. До нашего времени надгробный покров сохранился в неполном виде. Первоначально все изображение было обведено жемчужным контуром. Золотой венец вокруг лица был усыпан множеством изумрудов, яхонтов, раковинами и расписными эмалями. Об этом свидетельствует описание покрова, сделанное в разное время. Жемчуг и камни, к сожалению, были срезаны в начале 20-х годов 20 века. В более позднее время на нимб были нашиты пуговицы, бусины и разноцветные стеклянные вставки. Фоном покрова служит зеленая объярь – плотная шелковая ткань, затканная серебряной или золотой нитью. Именно она стала основой для названия этой выставки. Этот надгробный покров с образом Прокопия Праведного – единственный памятник коллекции музея-заповедника с вкладной надписью, то есть с именами дарителей. Известно, что это были купцы Гусельниковы. Благодаря вкладу этой семьи в 1668 году был построен собор Прокопия Праведного. Сам покров соткан на высоком уровне и содержит десятки тончайших деталей, о которых посетителям могут рассказать сотрудники музея. Проведение выставки приурочено к межрегиональной научно-практической конференции по истории лицевого шитья. Она пройдет в июне на базе Великоустюгского музея-заповедника. Посещение экспозиции будет интересно специалистам, искусствоведам, представителям духовенства и всем, кто интересуется вышивкой и древнерусским искусством. Без возрастных ограничений. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».